Тиранозавр Рекс, кратко Тирекс, наиболее крупный и известный в популярной культуре представитель рода плотоядных динозавров. На Земле он существовал в конце мелового периода, то есть около 65-67 миллионов лет назад. Предположительно, ящер был одним из наиболее эффективных хищников, однако, по некоторым предположениям, мог питаться падалью. Передние конечности тиранозавра были небольшими, но мускулистыми. Вероятно, они могли использоваться при спаривании и добыче пищи. С их помощью животное способно было подниматься с земли. Задние массивные конечности ящера служили для ходьбы и бега. С помощью огромного хвоста животное могло удерживать в равновесии большую голову и верхнюю часть тела. На более ранних изображениях тиранозавр опирался на хвост. Однако сегодня эта точка зрения опровергнута, поскольку стало известно, что позвоночник ящера во время движения находился в положении, близком к горизонтальному. Первый частичный скелет тирекса был найден в 1900 году на территории Соединенных Штатов Америки. С того времени было обнаружено более 30 подобных находок. Глубокое их изучение позволяет более всесторонне узнать особенности этих.